Какой маленький, какой хорошенький. Вкусный, наверное. Мама. Где? Мама. Вроде и мужчина. Ты что, вчера родился, что ли, а? Нет, сегодня. А, и другое дело, и другое дело. Понимаешь? Ладно. Спи пока, Амист. Там мы разберемся, кто я тебе, мама или папа. Да, такого маленького, такого несмышленого. Даже неудобно есть. Пускай подрастет немного. Вещи прибавить, да-да-да. А то, ну, все мало. Да, помнишь, мало моя. Кто мычал? Я мычал. Вот. Есть хочет регулярно. Ой, Волк, давай лучше мы его съедим. Ну что ты, что ты? Он же такой маленький. Хм, верно. Вот вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше. Хорошенький какой. Ты иди, иди погуляй пока, а я тут по хозяйству. Только осторожно, а то в лесу тут всякие шляются разные. Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут. Что делаем, папаша? Не видишь, что ли? Стираем теленку. А, лиса говорила. Ты еще с ней собирался поделиться. Ну, собирался, собирался. Посмотрим. Ну, бывай, отец. А. Ну что, дядя? Я тебе покажу, дядя! И все вздумал ребятенку цыганствовать! Есть хочу!
почитай пока про тебя. Жизнь или сено? Пойдем, я покушать тебе принес. Ой, я не могу. Ты чего, сосед? Книга больно жалостливая. Не могу прямо читать. Слушай, тут лиса говорила, что ты теленочка откармливаешь. Что, я? Ну, вообще-то кормим. Значит, поделим. Слушай, тот, что с зубами наружу, говорил, что я тебе не родной. Ну ты что? Смотри, во, вылез ты и я! Понял? Ага. Есть хочу. Маленькой. Ничего, нам хватит на всех. Не дам, мой он, мой. А сейчас будет общий. А может, не надо? Надо. Не надо. Сынок. Папаня. Ну вот то-то, то мама.